раньше, на 2 часа раньше по московскому времени, 12:00. Сегодня мы вместе с вами, Джордж, который к нам присоединился, Майкл, 26 этаж, бизнес-центр «Монарх», Москва, понедельник, 25 ноября. Бодрый понедельник, вместе с Таповой мы начинаем наш новогодний эфир. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие телезрители! Ну что же, у нас сегодня на самом деле необычный эфир, правда? Хотя у нас конец ноября в календаре, но в Таповой мы уже запускаем новогоднюю программу. И кроме того, чем особо необычен наш эфир сегодня? Сегодня у нас праздничный выпуск, сегодня особый день, никогда такого не было. Сегодня мы разыграем призы для наших хозяек, для наших хостес, которые мы обещали за результаты 46-й недели, которая феерично закончилась выполнением целей кластера Таповой СНГ. И сегодня хозяйки получат лучшие свои долгожданные призы. Получить вот такую вот чудесную, невероятную кастрюлю от шефа объемом 7,6 литра. Ну а 3 лучшие хостес в регионе Россия получат уникальный подарок. Уикенд на двоих, как вы думаете, где? Конечно же, в Швейцарии. Почему Швейцарии? Потому что вся 46-я неделя была со вкусом Швейцарии. Да. Мне кажется, это можно сказать, объединение нашего лозунга новогодних недель программы для гостей и хозяек, новогодней недели «Швейцария со вкусом» и, боже мой, и... Чтобы мы с тобой были так в антураже. В антураже. А можно я лучше в колпачке буду? Нет, колпачки. А не в этом странном... Как это правильно назовем? В гирлянде, да, назовем это в мишуре. В мишуре. Ну что же. Для того, чтобы мы стали более еще праздничными, во-вторых, у нас было обещание, что программа для менеджеров и консультантов будет называться «Золотой стандарт», «Золотая проба», и, естественно, поездка в Швейцарию – это, по-моему, уровень настоящей золотой пробы. Естественно. Ну что же, но начнем мы не с этого, начнем мы, как обычно, с наших интересных и веселых фактов, новостей. Да, да. Которые произошли в мире в этот день, 25 ноября, какого-то любого года. Года. До нашей эры, после нашей эры, в будущем, может быть, что произойдет. Ну начнем, пожалуй, с самого старого события, которое в древности, можно сказать, произошло, если происходило вообще. По расчетам некоторых исследователей Библии, именно в 2348 году до нашей эры, если смотреть на наши исчисления, разверзлись хляби небесные. Хляби. Хляби небесные разверзлись, и начался всемирный потоп. То есть глобальное потепление настигло нас без выбросов СО2 еще в 2348 году до нашей эры. И только праведник Ной спасся на своем ковчеге, и благодаря чему разнес, сохранил генофонд всех. Какой он молодец. Млекопитающих, животных и прочее. То есть, по факту, теоретически, мы вообще последовательные Ноя. Да, но всегда задается вопрос, почему мы всегда паримся по поводу последовательности от Адама, когда, да, когда у нас там есть еще одна точка усечения. Да, Ной с женой же был, да? И с сыновьями. Да, и с сыновьями, да. Вот, и, соответственно, мы теоретически последовательные Ноя. Сколько фильмов было снято на эту тему, и я так понимаю, что мы потихоньку приближаемся к новой стадии, да, этого глобального потепления. Ну, ученые твердят об этом, что скоро у нас ледники растают, и нам придется строить еще несколько ковчегов. Я думаю, что... Ну или как минимум отселяться в континент. Человечество, ну, нам ничего не грозит. Мы-то, у нас плита настолько прочная, что нас не затопить вообще никак. Сочи. Да. Короче, у нас все будет нормально, не переживайте. А я перейду к следующей теме. Кстати, она могла бы быть также преддверием того потопа, но в прошлом, да, то есть что могло послужить? Оказывается, да, в 2000 году число носителей ВИЧ-инфекции на земном шаре достигло 5 миллионов человек. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения. Вот, смотри, какие у нас путешествия. Эпидемия продолжается, да. Ну, она на самом деле уже не так видна. Видимо, ученые нашли лекарство против борьбы. Видимо, ты просто никогда не ездил в Лесото и в Свазиленд, где 33% населения инфицировано. Там, видимо, проблемы с контрацепцией, да. Поэтому предохраняйтесь.
Для того, чтобы не популяризировать распространение инфекции. Ну и, соответственно, как вариант, могло быть такое же перед потопом. И Бог решил затопить. Поэтому, видишь, мы все приближаемся к знаменательной дате. Давай дальше позитивного. Да, давай позитивного что-нибудь. В 1965-м лондонский универсмаг, известнейший универмаг лондонский Harrods, закрылся на несколько часов для всех покупателей. Все ради того, чтобы группа The Beatles смогла совершить свои рождественские покупки. Я так понимаю, они не могли просто прорваться, да? Да, видимо, для них специально закрыли. То ли универмаг надеялся на то, что он накупит Пол Маккартни, Джон Леннон и компания. Так что отобьет прибыль сразу за, за дневной поток посетителей. Либо просто... решили дань, так уважить. Дань уважения, да, я думаю, что это... Ну, битлы не остались в стороне, и спустя 3 года, абсолютно не имеющие никакой Харрадсу, отблагодарили человечество тем, что выпустили свой White Album. Ну, а в 1472 году символом российского государства, да, Российской империи стал... Еще государство. Да, да, двуглавый орел, который до сих пор у нас является символом нашей державы, да. Иван III ввел этот символ, заодно он себя и провозгласил царем. Джош, ну может быть, раз ты такой эксперт в истории, ты расскажешь, почему все-таки двуглавый орел? Потому что мы и на север, да, и на восток, мне и на запад кажется, смотрим просто... одинаково. Или просто... Это хороший сигнал с Марса пришел. Это не сигнал с Марса. А многие ученые, историки утверждают, что поскольку в тот же... В это время как раз появилась в России впервые идея того, что Москва должна становиться Третьим Римом, поскольку дела Второго Рима Константинополя были крайне упадочные. И именно Иван III провозгласил, во-первых, себя царем, уже не московским князем, а русским царем. Ну и чтобы как-то добавить пафоса, взял еще и византийский герб для того, чтобы все было... И добавил еще одну голову. Нет, там смешал несколько вариантов и взял, собственно, герб династии Палеологов последних. Династии Византийской империи. Ну, это может для быть, того, чтобы может показать быть, преемственность правда, нет, да, Московского княжества к Византийской империи. А может быть просто сигнал с Марса. Окей, это были новости, которые произошли у нас 25 ноября когда-либо в истории. А мы напомним о том, что на этой неделе состоится очень знаменательное событие для компании Tupperware. Дело в том, что впервые первая группа наших посетителей посетит завод Tupperware в Португалии. И более того, эта группа станет самой первой группой, которая посетит из международных групп этот завод. То есть самый первый. Только португальцы посещают. Я даже сам не был там, честно тебе скажу. Очень хотелось бы, но... Более того, они поедут у нас в среду или в четверг. В среду, да? Уезжают в среду вечером, четверг-пятницу они там проведут, посмотрят и Лиссабон, и завод, посмотрят, как производятся уникальные изделия по инновационным технологиям, посмотрят, как производятся у нас охлаждающие лотки по системе эко-бутылки. У нас охлаждающие лотки, если ты знаешь, используют такую специальную плазмомашину, да, для того, чтобы материал, когда он подвергается низким, высоким температурам, да, он не деформировался, что позволяет хранить долгие годы в морозильной камере, например, свежезамороженные овощи, а потом зимой себя ими радовать. Вот такие вот уникальные интересные события ожидают наших лидеров при поездке, во время поездки в Португалию. Кроме того, кроме лидеров, а это будут региональные директора, да, естественно. И один премьер-менеджер, который смог выполнить квалификацию 100 тысяч условных единиц в продаже группы в октябре. Это невероятный факт. Прекрасный уровень, невероятный результат. Но кроме того, вместе с нами поедут еще и журналисты, которые составят свой подробный видео, фото и, я думаю, словесный отчет о том, как состоялась эта поездка и вообще, насколько богатой, инновационной, модерновой является компания Tupperware и это, в частности, же, ее завод. Это же, конечно, хороший задел для того, чтобы компания Tupperware продвигалась в массы, для того, чтобы люди увидели инновации, которые предлагает компания. Ну и, естественно, люди все больше и больше пользовались нашей уникальной посудой и радовали себя и своих близких, ну и своей кухни в том числе, да, понимали, насколько это хорошо, интересно, весело и просто пользоваться посудой Tupperware. Ожидайте отчет, полный отчет о поездке наших лидеров. Я думаю, что через неделю мы уже будем понимать, как все это прошло. У нас будут фотографии, мы вам обязательно их покажем. Ну и, естественно, в скором будущем мы объявим еще одну квалификацию в Португалии, потому что я уверен, что... Кстати, хочу напомнить, что сейчас идет квалификация на поездку в Санкт-Петербург.
да. В течение ноября месяца. При том, что это еще одна международная поездка. Ну да, так слово, да. У нас Джордж параллельно идет много поездок. И квалификация, да, квалификация в Орландо, да, для наших лидеров. Вот. Но те, кто не попал в Португалию в этот раз, обязательно попадут в следующий. И я хочу напомнить, кстати, про квалификацию в Орландо, что это будет 48-я неделя, будет последней неделей, на которой квалификация в Орландо будет продолжаться. То есть через два дня стартует последняя неделя, которая может быть венцом квалификации в Орландо. Вашей дверью в штаб-квартиру Tapware. А мы расскажем вам сейчас про новогоднюю программу, которая тоже с 48-й недели, со среды, да, Джордж, начинает стартовать. Если ты позволишь, я начну. Да. И я даже отвлекусь и предоставлю тебе эту возможность более подробно рассказать программу для гостей и хозяев. И хозяев. Вот. По традиции мы начнем с предложения для наших гостей и хозяек. И здесь у нас тоже новшество. А новшество заключается в том, что мы запускаем программу не на 2 недели, как это было в том году, а программу аж на 6 недель. То есть у нас программа будет действовать с 48 по 2013 года по первую неделю 2014 года. Вот такая вот у нас есть листовочка. Посмотрите, я вам принесу ее поближе. Что же в ней необычного? А необычное в ней то, что у нас листовка уникальная. Вы можете разукрасить ваши новогодние недели так, как вы хотите, вместе с вашими детьми. Ждает на новогодних неделях 2013 года. С менеджерами мы разобрались, с подарками нон-таповым мы также разобрались. Давайте теперь поговорим конкретно про 50-ю и 51-ю неделю. На этих неделях у нас для всех также действуют подарки за активность, за стартовую активность и за квалификационную активность. На 50-й неделе вы можете получить, разместив 1,5 заказа, то есть квалификационный и стартовый, набор емкостей фейерверк. Ну а на 51-й неделе, разместив 1,5 заказа, вы можете получить за стартовую активность емкость фейерверка объемом 430 мл и эко-бутылку новогоднюю объемом 1 литр в красном цвете. Тем самым, разместив заказ 3 квалификационные плати на 50-й и 51-й неделе, вы можете собрать все подарки за активность. Для консультантов у нас классическая схема, то есть вы размещаете заказы на 50 и 51 недели, и тем самым собираете себе все подарки, которые вы можете собрать, в том числе и набор акваконтролей, и набор Allegro, а также подарки производства компании Non-Tapware. Что еще интересного мы для вас приготовили? Как я уже сказал, на той неделе состоялись собрания менеджеров. И на этих собраниях дистрибьюторы сделали предпоказ. Предпоказ для наших лидеров вот этого набора акваконтролей и набора Allegro. Почему набор акваконтролей и пряничный человечек так интересен для нас? Потому что 6 января на той ассамблее, куда вы принесете ваших снеговичков, которых дистрибьюторы потом отдадут в качестве подарков в детские дома, состоится показ. Дефиле. Что такое дефиле? Это показ высоких мод, где красивые женщины и мужчины показывают новогодние коллекции, интересные вещи, которые дизайнеры сделали, и они считают, что это будет трендом следующего года. У нас будет свое дефиле, свой тренд, и на этом дефиле мы будем дарить подарки. Подарки будем дарить для тех, кто придет на эту ассамблею с акваконтролями, различными акваконтролями, с различными нанесениями. Джордж мне помогает. Спасибо, Джордж. Что надо сделать? Надо прийти на ассамблею и принести с собой 6 и более акваконтролей различным нанесением объемом 500 мл. Но чтобы обязательно? Главное условие, обязательно должен присутствовать акваконтроль 500 мл, пряничный человечек. И вы красиво, торжественно по всему дистрибьюторному центру пройдете с этими акваконтролями. Вспомните, где вы их получали, за что, в каком месте, за какие достижения вы смогли стать обладателями уникальных акваконтролей. Вот смотрите, мы здесь имеем какие акваконтроли. У нас здесь есть Париж, у нас есть
вечеринка, да, у нас такая французская, помните, у нас была года два назад. Цветы, майское цветение, мы давали это в подарок за рекрутирование. Акваконтроль, молочный микс, который вы могли получить уже в дистрибьюторных центрах в качестве лучшей хостес. Также у нас они присутствовали в различных программах. С цветочками у нас акваконтроли, которые у нас были недавно в рекрутировании. Я уверен, что каждый из вас привел хотя бы одного рекрута, чтобы получить такой подарок. И в неделе качества они у нас были. Цыплята. Цыплят мы тоже собирали на программе по рекрутированию. И у нас здесь есть олени. Да, олени, новогодний акваконтроль, который также присутствует, я вам скажу по секрету, он присутствует в новогоднем каталоге. То есть такой акваконтроль принести на дефиле будет очень и очень легко. Ну а для того, чтобы стать полноправным участником дефиле, вам необходимо стать менеджером и получить в свое пользование либо сразу пряничного человечка, либо выйти на 4 презентации на новогодних неделях и получить его в подарок, также присоединиться к дефиле. Ну и но это еще это не все. Это еще не все. Всем дефиляторам. Дефиляторам. Все, кто сможет продефилировать с набором акваконтроля. Мы в подарок дадим уникальное инновационное изделие. Джош, какое же это изделие будет? И это будет сумасшедшее изделие, любимое всеми уже нами в функционале. Это будет рисоварка. Ну и, конечно, любимое всеми в цвете. И это будет вот такой вот розовый цвет. Вот такой вот тоже розовый. Ну, вот такой, вот да, такой примерно да. Такой розовый. Розоватый цвет. А будет иметь чудесное акваконтроле. Ой, рисоварка, которую получат подарок обладателя 6 и более акваконтролей 500 мл, разных акваконтролей 500 мл, с обязательным пряничным человечком. Все подробности данного дефиле находятся на обороте листовки. Здесь вы можете посмотреть и примеры акваконтролей, и, конечно же, условия и подарок. Также на оборотной стороне листовки для гостей и хозяев, я не об этом не сказал, Джош, есть два интересных момента. Первый, самый естественный, интересный момент – это поздравление всех наших гостей, хостес, консультантов и менеджеров с наступающим Новым годом от регионального вице-президента кластера ТАПО СНГ Елены Путилиной и сотрудников центрального офиса. Но и это еще не все. Чуть ниже находится такой квадратик с интересными изделиями. На нем написано «Coming soon», что означает… Скоро появится, ожидается. Здесь интересные изделия, которые ожидают вас, ваших гостей, ваших хостес в следующих наших программах. Поэтому показывайте, интригуйте. Ну, естественно, не говорите, где данные предложения у нас будут фигурировать. Ну, пока это никто не знает. Да, естественно. Поэтому возможности у вас сказать такой не появится. Будьте с нами, ожидайте coming soon, ожидайте новых предложений. Ну а мы вернемся к текущим предложениям компании ТАПО, текущим новостям. У нас с вами есть еще одна интересная программа, которая стартует также через 2 дня. Но о ней чуть-чуть попозже. Чуть попозже? Я думаю, что мы сейчас, рассказав о новогодней программе, подошли к самому пику, можно сказать, интереса наших зрителей, а конкретно к программе премирование наших хостес. И я не зря вынес эти акваконтроли. Но мы не сразу всех премируем, да? Мы сначала премируем… Премируем только обладать лучший хостес каждого региона. Хорошо. Лучший хостес каждого региона. Я не зря вынес сейчас эти акваконтроли. Более того, еще попрошу моих коллег передать мне еще 2 изделия. Спасибо большое. Здесь находятся, я так понимаю, заветные имена лидеров, которые… Здесь находятся, да. Которые в ближайшее время получат эти подарки. Этот подарок. Вот эта уникальная кастрюля объемом 7,6 литров, дорогущее изделие. Классное, таперовское. И которое… Твое. Да. Уже скоро твое. В каждом акваконтроле, Майкл. Ну что ж мы вообще, я буду рассказывать просто так, без приглашения нашего разыгрывающего. Я приглашаю сейчас под ваши виртуальные бурные аплодисменты в офлайне нашего директора по продажам по территории Запад Евгения Мельникова. Добрый день, ребят. Уважаемые консультанты, менеджеры, наши дистрибьюторы, все те, кто смотрит сегодня наш онлайн передачу. Ну, хотя бы на пару секунд, чтобы запечатлеться. Создадим новогоднее уже, так сказать, настроение. Настроение по полной. Более веселое.
и праздничное. Ну что ж, Евгений. Давай в центр, Женя. Да, поскольку это будет тебе, сейчас это обязанность, я не знаю, право и обязанность, возможность, и право, да, и возможность. Джордж, я приятно сказал, что и вопросы потом, после розыгрыша. Все будут ко мне, соответственно. Да. Смотри. Все здесь, да? Вот у нас есть сет из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 изделий. В каждом из них, в каждом акваконтроле и, соответственно, в нашем замесячном блюде и емкости для печенья содержатся имена победителей каждого дистрибьюторного центра в каждом регионе. Окей. И мы, собственно, что предлагаем сделать? Мы будем тебе помогать в одном деле. Берем наш будущий подарок, открываем акваконтроль, говорим, какой это регион. Итак, первый регион у нас принимает участие в розыгрыше наших с вами кастрюль. Это Казахстан Юг. И я все наши вот выигрышные хозяйки, так сказать, купоны. Я перемешиваю, хозяйки, чтобы Евгений не видел, чтобы у нас все честно было. Да, все, здесь пусто, все. Так, Джордж, я предлагаю Евгению закрыть как-то глаза, прикрыть или отвернуться. И... Ну, я даже не знаю, как я отвернусь. Давай, все было по-честному. Итак, победитель и обладатель первой кастрюли из региона Казахстан-Юг на 7,6 литра становится лидер, хозяйка наша, из дистрибьюторного центра Елены Малютиной, Иванова Валентина. Давай я покажу камеру, чтобы не было вопросов. Вот, пожалуйста. Видно? Итак, первый, есть. Первый наш хит-парад. И я, Джордж, буду оставлять это имя. Давай сразу будем складывать пряничного человечка. Все, я буду здесь хранить имена хозяек, да, которые потом смогут у нас принять участие. Ну что ж, да, всех остальных поедем. А можно мне как раз одну из этих самую большую емкость, пожалуй, вернуть, и мы сюда будем остальные лотерейные билеты складывать. Окей. Следующий у нас. Так, следующий регион, который разыгрываем кастрюль на 7,6 литра. Я у нас вижу, регион Украина! Скидываем всех победителей из региона Украины. Если я чувствую, намешаюсь, подкачаюсь. Мешаем, замешиваем. Знаешь, как же мы замешиваем тесто? Так, от себя. Я думаю, последнее уже будет сам Женя мешать, да? Так, Евгений, поворачиваемся, достаем фамилию лидера. То обладатель у нас этой кастрюли 7,6 литра Украины, да. Ура! И это лидер, наша хозяйка из Валентины Бочаровой! Нелюбина Надежда Андреевна! Поздравляем! Показываем так по традиции. Пока Миша показывает, мы все остальные переводим. Да, переводим сюда. Так, видно. Итак, Нелюбина Надежда, мы поздравляем вас, вы становитесь обладателем кастрюли 7,6 литра в серии от шефа. А у нас следующий регион на очереди, это регион Западная Сибирь. Покажи, сколько много в Западной Сибири. Сколько у нас много хозяек, которые стали уже обладателями наших подарков. В частности, это был вот такой вот чудесный акваконтроль. Молочный микс получили лучшие хозяйки в каждом дистрибьюторе. Да. Так, мешает. Замешивает. Я, честно, там пирогов намешаю. Все обычно в замеске мешают. Мешают в кастрюле. Мы в кастрюле сегодня. Итак, Западная Сибирь. Best of the best. Hostess. Становится лидер хозяйка центра Любови Мораль Пинкова Тамара. Поздравляем. Отлично. Победители в камеру. Так, все остальные видно. Так, зафиксировали фокус. Есть. А мы объявляем, ищем нашего победителя, разыгрываем из региона. Из региона Юг. Юг. Так. Здесь их тоже вот сколько много. Все. Кастрюля. Да, очередная кастрюля на 7,6 литра. А сейчас в Юге сидят такие там, приди камлик, кастрюлька, приди. Да, я чувствую. Кастрюлька. Если я сейчас вытащу. Постану, да, кстати. Мне потом на юг. Юг, то да, регион простой у нас. Но я сейчас постараюсь. Все честно. Все честно и так. Побольше помешаем. Так, и кто же это? И наш победитель из региона Юг, дистрибьюторный центр Елена Олейникова. Так, еще раз, здесь нет победителя, как-то странно. Берем следующего.
Так. И еще одна попытка, она удачная. Елена Баранова, Назаренко, Назарека Галина Петровна. Отлично. Есть победитель региона Юг? Есть. Есть из Южного региона. Так, мы сейчас убираем. Так, фокус. Фокус пришел, да? Все видно. Есть. Фокус. И у нас следующие лидеры из региона Волга сейчас будем разыгрывать. Так, давай, я опять намешаю. Я еще такая. Силы мешать есть. О. Так. Мешаю. Кручу, верчу, запутать хочу. Итак. Так. Из региона Волга наши победители. Отворачиваемся. Отворачиваемся. С легкой руки кастрюля уходит. Уходит Светлана Анашкевич. Лидер Галина Попова. Галина Попова, хостес дистрибьюторного центра. Показываем результат. Галина, я вас лично поздравляю. Кастрюля 7,6 ваша. Так, я уверен, что у нас пришло в фокус, да? Наши операторы показывают, что пришло. Все нормально? Мы можем продолжать. Так, а следующий регион у нас регион Урал. Урал. Даже крути Урал. И мы ищем хозяйку из уральского региона. Так, кому же придет кастрюлька нашего уральского лидера? Итак. Готово. Уральский регион. И... счастливым обладателем этой кастрюли становится лидер из дистрибьюторного центра Елены Делевой. Болотова Елена Анатольевна. Поздравляю. Джордж, поможешь? А я вам напоминаю, что в розыгрыше поездку в Швейцарию у нас принимают хостес только региона Россия. Ну, для того, чтобы... Ой, так, чуть не победитель. Да, это победитель. Да, победителя мне так, пора. Следующего победителя выбираем из региона Восточная Сибирь. Восточная Сибирь. Ну, да, давай. Сейчас я опять накручу, я чувствую. Джордж, дальше будешь сам вести передачу без меня. Ну, дальше-то, собственно говоря, останется еще несколько раз только покрутить. Давай, Евгений, итак, Восточная Сибирь. Внимание, Восточная Сибирь прильнула к экранам. И сейчас кто же станет обладателем? В этот вечер в Восточной Сибири. И из Восточной Сибири дистрибьюторного центра Ольги Сартаковой. Марченко Александра Сергеевна. Становится обладателем. Фокус, чтобы все видели, что у нас все по-честному. Фамилия, имя. Становится обладателем этой кастрюли уникальной. И у нас следующий регион на очереди. Так, победителя. Казахстан-Север. Казахстан-Север. Опускаем Казахстан-Север. Угу. Разыгрываем еще одну кастрюлю. Давай, буду крутить. Кастрюля. Кастрюля. Найди кого-нибудь, своего обладателя. Давай, Евгений. Слушай, а вот что я тебе мешаю, ты еще потом перемешиваешь. Это чтобы не было, как говорится, двойной барьер качества. И кастрюля в Казахстан-Север уходит, дистрибьюторный центр Айгуль Абишевой. Тактарбекова Балкен. Поздравляем. Балкен, наши вам поздравления. Еще раз мы показываем этот замечательный результат эксклюзивно для вас. ДЦ Абишевой Айгуль, Тартарбекова Балкен. Прошу вас. Так, у нас следующий на очереди розыгрыш «Золотое кольцо». Итак, внимание, да, «Золотое кольцо» постаралось, хозяек много. Итак, кто же сейчас станет счастливым обладателем из «Золотого кольца»? Евгений. Так. Я знаю, что сейчас региональные менеджеры тоже внимательно следят за этим розыгрышем. Александр тоже сейчас, наверное, прильнул к экрану. И ему интересно, кто же из хозяек в его регионе станет победителем и обладателем этой кастрюли. И это хозяйка из дистрибьюторного центра Аллы Кошелевой, Толмачева Светлана. Поздравляю. Так, а у нас на очереди следующий регион. Джордж, мне лидеров, пожалуйста, победите. Что у нас осталось? У нас уже три региона всего лишь осталось, да? Быстро. Новая форма подпечения. И я помогу тебе. Это у нас регион Северо-Запад еще. Так, Северо-Запад, да. Внимание, разыгрываем Северо-Запад регион. Мешаем вверх. Так, конечно, разыгрываем северо-западный регион, мы никого не разыгрываем, но разыгрываем результаты, да? Итак, наш победитель в северо-западном регионе,
Имс, опа, два. Еще раз, чтобы было по-честному. По-честному. Итак, вот он. Дистрибьюторный центр Натальи Горбачевой, Колобова Елена. Поздравляем Елену. Елена. Она стала нашей очередной. Вы не только прекрасная хозяйка, вы еще и везучая хозяйка. С этим вас тоже поздравляем. Так, следующий. И что же у нас осталось? Два акваконтроля. Два региона. Да? Осталось еще две кастрюли нам Москва, разыграть. Москва, да, у нас кто еще из регионов осталось? Москвы, я не помню. Западная Сибирь, да, по-моему? И... Нет, Западная Сибирь Сибирь уже была. Сейчас, так, сейчас у нас Москва как раз. Москва. Правильно же. Всех без остатков мы сюда помещаем, наших хозяек. Что, давай ты уж, ну ладно, я готов. Я же мешал. Так, уже поближе. Наши победители, наша хозяйка победитель из региона Москва. Итак, снимаем пар. И, внимание, дистрибьюторный центр Валентины Зуевой, Буча Людмила Владимировна. Поздравляю! Кастрюля уходит в этот дистрибьюторный центр. И у нас еще один регион. Так, Джош, ты не отдавай. Последний регион. Еще один регион. Последний акваконтроль праздничный. И кому же достанется? Кому достанется эта потрясающая кастрюля. И это регион центр у нас. Центр! Еще центральный регион. Итак, центральный, всех центральных. Определяем из центрального региона. Мешают наши отличные результаты. И Евгений, ну что ж, последний такой розыгрыш. Так, 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 так. И последняя, крайняя, вернее, кастрюля на сегодняшний день в нашем розыгрыше уходит дистрибьюторный центр Оксаны Шмелевой, Попова Галина Прокофьевна. Ура! Ура! Поздравляю! У нас наконец-то определились все финалисты. Все финалисты. Финалисты. Да. Так, Джордж. Ну что ж, а мы сделаем перерыв, чтобы наши хозяйки отдохнули от этого. Давай я еще раз, Джордж, прочитаю фамилии победителей. Да, да, для того, чтобы а все сейчас поняли, я покажу не все, отходили от все, кто участвовал в розыгрыше, еще принимали участие в этом розыгрыше. Итак, регион центр, дистрибьюторный центр Шмелевой Оксаны, Попова, Галина Прокофьевна. Я буду сразу складывать в кастрюльку. Далее у нас регион Западная Сибирь, дистрибьюторный центр Любови Мороль, Тамара Пьянкова. Далее у нас дистрибьюторный центр Делева Елена, регион Урал, Болотова Елена. Четвертый победитель. У нас дистрибьюторный центр Баранова Елена, регион Юг, Назаренко Галина. Следующий победитель, регион Волга, Анашкевич Светлана, дистрибьюторный центр, победитель хостес Галина Попова. Следующий регион, у нас регион Северо-Запад, дистрибьюторный центр Горбачевой Натальи, Елена Колобова. Надеюсь, я правильно читаю фамилию, вы уж извините, если что не так. Восточная Сибирь регион, дистрибьюторный центр Ольга Сартакова. Хостес Марченко Александра Сергеевна. Сергеевна. Сергеевна, акцент. Регион Золотое кольцо, дистрибьюторный центр Кошлевой Аллы, национальный дистрибьюторный центр Толмачева Светлана Хостес. Дистрибьюторный центр Валентины Зуевой, регион Москва, победитель Буча Людмила. Ну вот, и да, что, да, наш, среди наших девяти... Да. Наш... Мы через несколько минут будем разыгрывать поездку на двоих в Швейцарию, уикенд на двоих. Ну, а мы также и поздравляем еще... наших лидеров региона Украина, Казахстан, Казахстан Север и Казахстан Юг, выигравших кастрюлю 7,6 литров. И это хозяйка дистрибьюторного центра Валентины Бочаровой, Нелюбина Надежда, хозяйка дистрибьюторного центра Елены Малютиной, Иванова Валентина, и хозяйка дистрибьюторного центра Абишевой Айгуль Тактарбекова Балкен. Всем вам в дистрибьюторные центры будет выслано эти кастрюли от центрального офиса. И во время поставки вы можете уже торжественно на ассамблее получить в подарок эти кастрюльки. Поздравляем вас еще раз. А чуть позже мы вернемся к розыгрышу поездки на двоих. Уикенд в Швейцарию. Джордж, для того, чтобы все было честно, я предлагаю оставить кастрюльки с нашими победителями на столе, чтобы никто не мог нас
обвинить в том, что мы что-то там подмешали, подтусовали. Ну а мы наш эфир «Бодрого понедельника» продолжаем. И продолжит его наш специальный гость. Мы Евгения попросим тогда сейчас отойти, а потом вернуться. Евгения, аплодисменты. Все вопросы пока стрелили к нему, сами видели, он все заставал. А сейчас мы приглашаем нашего директора по обучению и персоналу Маслова Алексея. Ну что ж, Алексей, я знаю, что у вас тоже очень интересная новость для наших консультантов и менеджеров. Здравствуйте, дорогие консультанты, менеджеры, дистрибьюторы, региональные директора, хостес и все остальные. В общем, все лидеры бизнеса. На самом деле у нас очень интересная новость, очень интересная программа, которую мы запускаем на 48-й неделе. И самое главное, она очень важная, можно сказать, концептуальная программа. Я думаю, каждый из вас знает, что же является символом нашей компании. Что же является символом? Ну-ка скажите мне. Так, смелее. Фонтан. Совершенно верно. Вы угадали. Конечно же, это фонтан дружбы. Фонтан дружбы, который находится в Орландо, в Соединенных Штатах Америки, на другом конце земли. Фонтан посвящен, естественно, дружбе, и открыт он был в 1971 году. И когда происходила торжественная церемония открытия этого фонтана дружбы, это было очень трогательно, потому что в его открытии принимали участие лидеры из самых различных уголков мира. И каждый из них в контейнере, в гномике, еще в чем-то привез с собой воду из своей страны. И эту воду торжественно вылили в этот фонтан дружбы. И мы уверены, что до сих пор в этом фонтане вот циркулирует вода из самых различных уголков нашей планеты. И эта концепция этого фонтана, дружба, то, что длится бесконечно, то, что распространяется по морю, как круги на воде. И это то, как распространяется информация о нашей замечательной компании. И то, как в нашу компанию вливаются новые и новые люди. И 48-я неделя у нас будет проходить под эгидой рекрутирования, привлечения в нашу компанию новых людей, новых консультантов. Самое главное, открытие возможностей нашей компании для всех, на всех уровнях. Начиная от тех, кто пользуется нашими изделиями, тех, кто проводит наши патис, тех, кто руководит группами и дистрибьюторными центрами. Итак, мы на 48-й неделе хотим запустить такую волну рекрутирования, которая обогнет весь земной шар по несколько раз за эту неделю. Ну, собственно, как это все будет происходить, что же мы будем делать, какие у нас будут замечательные призы по этой программе, я снова приглашаю наших постоянных ведущих. Майкл, мы тебя ждем тоже уже в новогодний. Спасибо, Алексей, большое. Мы тронуты вашей речью, я, знаете, теперь тоже хочу посмотреть на наш замечательный фонтан. Да, Жорж, как бы мы с тобой не хотели, как показывают предыдущие эфиры, у нас все с тобой получится. Конечно, фонтан Тапова ждет каждого. Спасибо большое, Алексей. Действительно, у нас на 48-й неделе будет идти огромная акция, всемирная акция. Прям вот такая. Прям вот всемирная акция, да, больше, чем весь земной шар. Специально Джош принес. Волна рекрутирования 48-й недели. Волна рекрутирования, которая будет называться «Рекрутирование для дружбы» на английском языке. А у нас она будет называться «Наш успех, твой успех». Еще раз я. Да, «Наш успех, твой успех». Это будет лозунгом. Еще раз напоминаю. «Наш успех». Твой успех. И это будет главным, мы еще успеем в конце. Это будет самым главным лозунгом этой программы. И на этой неделе действительно мы просим, компания предлагает каждому из вас открыть возможности для своих друзей, близких, знакомых, может быть, малознакомых людей, может быть, совсем незнакомых, привести хотя бы одного человека и расширить бизнес Тапова, вот как действительно Алексей сказал, круг на воде, и дать еще все большему и большему кругам.
Мы не оставим, естественно, нашу активность без подарков. Конечно же, нет. И подарком за каждого следующего приведенного консультанта. Эксклюзивное изделие. Будет эксклюзивное. Это не просто подарок, это эксклюзив. Так, это вау-вау, такого еще никогда не было и не будет. Это прекрасно всем нам знакомое изделие. Гномик. 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 Но не просто гномик. Это очень символический, очень значимый гномик. Гномик, который можно будет получить только-только на этой неделе. Гномик с автографом нашего председателя, президента и председателя совета директоров Рика Гоингса, его подписью, символом текущей начинающейся программы по рекрутированию и той самой надписью «Friends like ripples grow in ever widening circle». То есть, друзья, ну ты вообще как угодно. Круги на воде, бесконечно расширяющиеся круги на воде. И за каждого первого, второго и третьего рекрута нового консультанта, даже без выполнения квалификации, только придите, выкупите набор успеха и пройдите обучение в дистрибьюторном центре, рекрутер получит один гномик. За другим, за второго, один, второй, за третьего, третий. Более того, в каждом гномике будет свой сюрприз. Конечно. В первом гномике это будет хорошая... Напиток. А втором сладкая. Опять ты сужаешь. Ну, хорошо. Снэк, закусочка. Снэк. И третий, обладатели трех гномиков, а в свою очередь в каждом дистрибьюторном центре обладатели трех гномиков разыграют между собой в соотношении 1:3 одно из... Скажи, в каждом третьем гномике будет, за третьего рекрута будет сюрприз, любимое изделие Рика Гоингса, да, председателя совета. Не зря он лежит у нас. Ложка для мороженого, о которой он все время рассказывает, о том, как она им помогает. Рассказывать про компанию, рекрутировать. То есть мне нравится его рассказ о том, как даже на ужинах на Уолл-стрит вместе, где собираются топ-менеджеры, я даже не могу такие цифры произносить вслух, да. тырят прямо наши... в карман. Эти замечательные ложки. А мы предлагаем вам их совершенно бесплатно в подарок от компании за участие в этой знаменательной и очень важной для компании Tapua и для каждого из нас программы. Более того, мы не оставим без внимания наших консультантов, которые придут к нам на 48-й неделе. Мы предложим им выполнить квалификацию, быть активным на второй неделе, неделе, на которой будут активны все, это маленькая тайна наших недель, больше, да. Да, и выполнить, разместить еще сверху квалификационный заказ с третьей по пятую неделю, и тогда вы получите специальный подарок от нашего президента, от Рика Гоингса. Вот такой вот чудесный подарок. Это будет сюрприз. Что же это будет, пока не знает никто. Но знает только Рик, и он сказал, что это будет то, о чем все давно мечтали, да, хотели. Ну, я думаю, знаешь, кто еще это знает? Консультант. Это знает директор производства. Конечно, вполне дизайнеры знают, я уверен, что половина... Но никто в СНГ на данный момент не знает, что же за чудесный подарок для подготовил нас, для вас, это вас тайна. Наших новых консультантов, Рик Гоингс. Ну что же еще? Джордж, мы не сказали для тех, кто придет сразу, да, это подарок на будущее. Если вы придете к нам на 48-й и 49-й неделе, в подарок каждому новому консультанту мы даем силиконовый скребок. Голубой. Малый силиконовый скребок. В качестве подарка за то, что вы решили присоединиться к бизнесу Tapua. Ну, это вообще присоединение к бизнесу, это уже огромный подарок. А тут мы вам еще даем силиконовый скребок за то, что вы у нас есть. За то, что вы с нами. За то, что вы разделяете наш успех. Да. Ну что же, помимо этого, естественно, в каждой группе есть возможность выполнить цели группы. В цели группы до 30 человек будет 3 новых консультанта, для группы более 30 человек 6 новых консультантов. И в случае, если группа выполнит эту цель, в подарок каждому рекрутеру, каждому, кто рекрутировал в этой группе, будет приятное дополнение в прекрасные стаканы Аркадия в красивом оранжево-золотом цвете 330 мл, 2 стакана будут в подарок каждому рекрутеру, выполнившей цель группы. То есть, давай проще, да? Если группа выполняет цель, а вы рекрутировали, привели кого-то, вы получаете 2 стакана Аркадия в новом эксклюзивном цвете, которые станут дополнением предыдущим подаркам, которые вы получали за рекрутирование на неделях 31, 30... 42, 45. 42, 45? Да. Ну да. Нашей революции по рекрутированию. И вот такие замечательные плакаты, которые мы сейчас поближе вам покажем.
скажем, в каждом из компьютерных центров будут висеть для того, чтобы у вас перед глазами всегда было напоминание о том, что программы, запущенные нашим президентом, членом совета директоров, председателем совета директоров, идет полным ходом, и все могут принять в ней участие. Знаете, я уверен, что сейчас на плакате, который держит Майкл, вы заметили еще одну вещь, еще одну бесконечно интересную вещь, и вещью этой будет вот этот вот, наверное, чудесный флаг. И что этот флаг означает? Да. А этот флаг означает, что на 48-й неделе мы будем соревноваться по рекрутированию с кластером Турция. Тапуэ, Турция, растущий, мощный кластер, который, естественно, будет нашим хорошим раздражителем, таким по-доброму раздражителем и соперником на 48-й неделе. Мотиватором. На 48-й неделе мы будем соревноваться не по количеству рекрутов, а по количеству новых консультантов в каждой группе. В среднем на одну группу. Да. Поэтому у нас предстоит высокий такой уровневый челлендж, вызов. И, естественно, мы уверены со своей стороны, мы уверены в победе, конечно же, мы выиграем. Но, кстати, мы в подарок в случае, если мы выиграем, вернее, не в случае, а когда мы выиграем. Когда мы выиграем. После того, как мы выиграем, почитаем результаты Турции. Соревнования с Турцией. Да, мы в подарок каждому нашему рекрутеру подарим еще одну приятную вещь. Каждому менеджеру в группе, у которого было 2 и более рекрута, на 48-й неделе будет специальная майка Тапуэ с эмблемой расходящихся по воде кругов. Собственно, с эмблемой, которая изображена в нашем чудесном гномике. Вот такой вот чудесный логотип будет и на вашей новой футболке за победу. А турки будут шить эти футболки? А турки будут продолжать шить футболки Сарай, Фенербахче и прочих футбольных клубов своих. Кстати, отдельно хочу отметить, Майкл, что не только мы соревнуемся с Турцией. А кто еще? Во всем мире будет происходить глобальное соревнование. Все будут бить Турцию. Естественно, не все будут бить Турцию. Франция будет соревноваться с Германией, Скандинавией, с Италией, я к примеру говорю. То есть не уверен. Каждый кластер внутри каждой группы будет соревноваться друг с другом. Но помимо этого, все кластеры в Тапово объединены в 3 больших группы. Mm-hmm. Первая группа – это наша с вами группа. Mm-hmm. Это Team Тапово, Европа, Африка и Ближний Восток. Есть еще группа, в которую входят, например, такие значимые страны, как Китай, Индия, Индонезия. Это группа Asia-Pacific, то есть Азия и Тихий океан. Yeah, yeah. И в финале, конечно, как вы уже, наверное, сами догадываетесь, что у нас осталось, это группа Americas. Americas. То есть обе – Северная и Южная. Америка, США, Америка, Бразилия. Да. Так вот, все эти 3 крупных группы будут соревноваться между собой. Будет такой жесткий файт. Будет жесткий файт. Конечно, мы победим, Джош. Ну, с таким потенциалом, с таким ростом. Мы победим сразу и за Турцию, и за Турцию, и за Тим, и за Германию. За всех вместе победим. А более того, я скажу одну приятную новость. На сайте tapovabrands.com/recruits будет проводиться ежедневный. Мы вышли обязательно на сайт, ежедневный мониторинг результатов этого челленджа, в котором они будут сразу. Каждый день можно будет заходить и смотреть, в какой стране сколько рекрутов и какой рынок выходит на первое место по всем нашим результатам. Ну что же. Даже, знаешь, будет кластер СНГ, да, и там сколько ниже... Americas. Americas, да. Меньше, чем кластер СНГ. Кто же ближе к нам подвигается вот так? Естественно. Ну, мы, как говорится на украинском, завзяти, на русском тоже такие вовлеченные, такие загоревшиеся идеи. Вот, загоревшиеся идеи, хорошее слово. Глаза горят, а руки делают. Глаза горят, руки делают, презентация, пати проводятся, и хостес. Люди приходят, хостес рады, гости становятся рекрутами, консультантами, а менеджеры получают подарки. Ну что ж, в дополнение, завершая эту тему, я отдельно отмечу, что у наших дистрибьюторов есть ролик с видеообращением Рика Гоингса, который они обязательно вам покажут по завершению этой нашей трансляции. А сейчас мы перейдем к финальной части, когда коленки наших хозяек, эпогей, 9 наших победительниц дрожат в предвкушении того, кто же из них со своей парой. Мне кажется, Евгения тоже уже руки и коленки, он сейчас на нем сейчас лежит. Такой груз ответственности, счастливый груз ответственности объявить за счастье победителей нашей 46-й недели, наших хостес, которые вдвоем со второй своей половиной, сестрой, братом, неважно с кем, подругой, мужем, ребенком, поедут в Швейцарию на уикенд.
Уикенд. Уикенд. Ну что ж, Евгений. Итак, как вы помните, давайте еще раз перемешаем. Перемешаем обязательно. Давай, давайте сейчас втроем уже помешаем, чтобы было прямо по чесноку. Я помешаю, я приложил руку. Теперь, Жорж, твоя очередь. Давай. Так, чтобы все видели, все по-честному. Эх. В нашем сопле. Да. Ну, итак, Евгений, впервые в истории компании Тапово среди наших хозяек со всех регионов нашей необъятной страны мы разыгрываем 3 путевки в эту уникальную страну, в Швейцарию. И сегодня 3 счастливчиков, еще раз напоминаю, сейчас у нас тут 9 их. Из 9 мы выберем сейчас только 3. И не более того, те, кто со своими какими-то половинками, кого вы выберете на свой вкус, отправитесь в это замечательное путешествие вместе с компанией Тапово. Итак, внимание, я думаю, что сейчас все прильнули к экранам, и мы определяем нашего первого победителя. Волнуюсь даже я, Евгений. Хотя мы выиграли, я волнуюсь. Итак, наш первый победитель. Надо тут... Хорошо постараться. Швейцария. Кто же у нас уже, можно сказать, одной... и так, даже не одной ногой, а уже целиком и полностью со своей половиной отправляется в Швейцарию наша хозяйка из дистрибьюторного центра «Регион Юг». «Регион Юг», внимание! Ну, она уже знает. Елена Баранова и ее хозяйка Назаренко Галина Петровна! Поздравляем! Наш первый победитель суперлотереи. Путевка в Швейцарию разыграна. Есть. Итак, мы разыгрываем второго нашего победителя. Внимание! Второй победитель. Поездка в Швейцарию на 2 среди наших хозяек. И кто же этот счастливчик? Этот счастливчик, вы не представляете, я как волнуюсь, потому что я первый вижу, кто это. Итак, регион Западная Сибирь, дистрибьюторный центр Любови Морель, Пьянкова Тамара Ивановна! Ура! Поздравляем! Тамара Ивановна, поздравляю вас с поездкой в Швейцарию. И вот наши победители складывают. И у нас остался еще одна путевка, еще одна лотерея. Итак, она сейчас разыгрывается для наших оставшихся победителей в суперигре. И кто же это будет? Кто же это будет? И это будет наш победитель, наша хозяйка. Регион Северо-Запад. Дистрибьюторный центр Наталья Горбачева. Колобова Елена. Ура! Барабанная дробь. Вот определены наши 3 суперфиналиста нашей суперлотереи. Давай еще раз назовем их вместе. Итак, они у нас все есть. Еще раз для внимания наших хозяек и наших дистрибьюторов. И все, кто сейчас наблюдает наш с вами эфир. Первый победитель из региона Юг. Дистрибьюторный центр Елены Барановой. Назаренко Галина Петровна. Второй победитель, регион Северо-Запад, дистрибьюторный центр Натальи Горбачевой, Колобова Елена. И третий финалист, победитель, регион Западная Сибирь, дистрибьюторный центр Мароль Любови, Тамара Пьянкова. Поздравляем! Ну что же, нам невероятно радостно поздравить победителя. Это был первый такой выпуск, в котором мы разыгрывали столь глобальные подарки. Я даже начинаю думать о том, что надо было разыграть их в разных выпусках. И кастрюли отдельно, Швейцарию отдельно. Мы запустили вместе с вами программы, чудесные новогодние программы. Предлагаем вам собрать вот такие прекрасные коллекции акваконтроля. Участвовать в дефиле, конечно же, 6 января. Обязательно. Ну и, конечно, самое важное, это принять участие в нашей глобальной программе рекрутирования для дружбы. Наш успех – это ваш успех. И мы еще раз хотим напомнить о том, что это невероятно важная программа для нашей компании. Ну что же. Евгений, спасибо тебе за розыгрыш победителей. Спасибо вам. Спасибо тебе еще раз. Да. Поздравляю еще раз наших уважаемых хозяек, наших консультантов, чьими хозяйками они являются. Ну и, конечно же, всех наших дистрибьюторов, которые активно приняли участие в данном розыгрыше, в данной лотерее и суперлотерее. Будем уверены, что в следующий раз у нас еще больше хозяек примет участие, и не только хозяек, но и консультантов, конечно же, в наших таких суперлотереях. Желаю вам успеха и высоких результатов на 48-й неделе. Спасибо. Thank you.
Что ж, Жорж, у нас осталось с тобой несколько напоминаний еще, да, о том, что нас ждет впереди. Впереди? Да. Да, что у нас с вами скоро начнутся национальные зимние бизнес-сессии для наших лидеров. Вы обязательно должны принять в них участие. Они у нас пройдут буквально через 2 недели уже начнутся, да? Ну, собственно, да, уже 9-10 уже будет проходить в городах у вас зимние бизнес-сессии. Обязательно примите в них участие, потому что только там вас ожидают признания, подарки, ну и, конечно же, новости. Новости компании Таповая и программа больших недель. Да, самая главная программа всего календарного года Таповая, где мы предлагаем только инновационные, только самые новые, потрясающие, великолепные изделия, которые вы сможете предлагать в качестве подарков, во-первых, консультантам и менеджерам, во-вторых, вашим хостес и, конечно же, гостям домашних, гостям наших пати. Ну и мы приглашаем в конце ноября, в начале декабря на фуд-шоу и на конкурс «Кулинарная звезда» наших участников со всех концов СНГ. И, конечно, наших москвичей, зрителей, просто так прийти на это фуд-шоу, на праздник гастрономии. Посмотреть, поболеть, там вас ожидают интересные, конечно же, и конкурсы, и рецепты, и изделия, и... Все, как обычно. Да. Вот. Ну, а нашим дистрибьюторам отдельно мы приглашаем. 50 дистрибьюторов приедут 3-4 числа к нам на следующей неделе в центральный офис на проведение признательной ежегодной конференции дистрибьюторов ТАПОВА СНГ. На этой прекрасной ноте мы пожелаем вам оставаться вместе с ТАПОВА и напомним вам о том, что наш успех – это твой успех. В еще раз. Наш успех – твой успех. Оставайтесь с ТАПОВА, увидимся в следующий понедельник.